Всем привет, с вами Прия. Сегодня началась любовная лихорадка, 12 февраля, и нам нужно, конечно же, зафармить валюту этого праздника. Валюту этого праздника – знаки любви. Чтобы их лутать, нужно менять чудесные браслеты и обереги, либо сдавать эти чудесные браслеты и обереги вождям, королям нашей фракции. Итак, чтобы получить эти браслеты, нам нужно лутать чудесные обереги, поэтому актуальность каких-либо мест по фарму чудесных оберегов будет всегда, в каждом году. Но почти в каждом году она меняется, так как выходит новое дополнение, и наш уровень увеличивается, уровень мобов в старых локациях не увеличивается, поэтому нужно искать всегда почти что-то новенькое, так как чудесные обереги по своей механике падают лишь только с тех мобов, которые являются хотя бы зелеными для нас по уровню. То есть в текущий момент, если вы 120 уровня, вам нужно фармить мобцов, ну, где-то 109, 110 и выше уровней. Итак, мне приглянулось место в Асуне, а именно по локалке стая кровоглядов. Что нам нужно? Да, особо ничего. Самое главное, быстренько табать мобов и бить их. Можете включить вармот, можете выключить вармот. Как говорится, играйте на свой страх и риск. Я вот не особо подготовился и оставил его включенным. Бегаем, бьем мобов, инвайтим людей в группу, которые бегают рядом. Почему бы и нет? Они нам никак не будут мешать, только наоборот, даже помогать, так как за их убийство мы тоже можем получать чудесные обереги. Бегаем, бьем, убиваем, уничтожаем, лутаемся чудесными оберегами, меняем их на знаки любви удобным нам способом и лутаем все прелести этого праздника, различные игрушки, маунтов копим на продажу. Ну и просто радуемся этому чудесному событию. А, ну да, также еще раз в день не забываем на каждом персонаже ходить в королевскую химическую компанию для дополнительного получения знаков любви. Так как я думаю, если все же вы открыли этот видосик с фармом чудесных оберегов, то вы все-таки как-то косвенно заинтересованы и в фарме знаков любви для покупки, как было сказано ранее, маунтов, игрушек, различной периферии для выполнения ачивок. Ачивы реально интересные, ачивы классные. Я помню, в 2011 году мне было их делать по кайфу. Того и вам желаю. Игра должна приносить удовольствие. Всех вам благ, счастья, здоровья. Еще разок покажу это место. Вот оно, находится здесь. Также есть его различные аналоги по локалочкам, по типу стая снегоспинов. Ну, в текущий момент актуальная. Берегите ноги, до скорого. Если у вас есть желание, можете глянуть ссылочки в описании. Там все очень интересно.